Ну просто они так психи, эти людоеды обычно. Я вживаюсь в роль, заткнитесь. Hello, everybody, меня зовут Честер, и в сегодняшнем видео мы будем играть в ДБД. Ну, и с новым маньяком. В общем, вышла новая DLC, посвященная всеми любимому фильму «Техасская резня бензопилой». И в роли маньяка, конечно же, у нас Лейзерфейс. Здесь почему-то он зовется Каннибал. Давайте на него сейчас взглянем. DLC только один персонаж. Ни карта, ни еще выжившего плюс не дают. Стоит оно всего лишь 100 рублей. Ну, посмотрим, что у них за, что у него за навыки. Нокаут. Травмы, нанесенными вашими жестокими ударами, не позволяет выжившим взывать на помощь. Ауры умирающих выживших не видны их союзникам, пока те находятся более в 32 метрах от них. Так. О, это пистолет? Нет. Это ерунда. По старинке молоток. Так гораздо лучше, знаешь ли. Они так гораздо лучше умирают. Цитата великих людей. Барбекю с чили. Тесная связь с сущностью дарует вам способность чтения ауры. После того, как вы вешаете выживших на крюк, ауры выжившие открываются вам на 4 секунды. Если они находятся более чем в 52 метрах от крюка, дарует 100% бонус очков крови за любое действие, пока выживший находится на крюке. Ничего такого полезного я не вижу пока в этом. Гибель Франклина. Ваша яростная атака заставляет выживших хранять свои предметы при ударе. Вау-вау-вау. Типа, если у выжившего будет какой-нибудь злибучий фонарик, вот как здесь нарисовано, и я после удара, он его уронит. Аптечку. Или, вы знаете, ненавидите тех, кто ломает крюки. Пизданул, и все, хуяк. И проблема решилась, пока если он не вернул себе свое обратно. Ну, в общем, собственно, все, что у него здесь есть. Давайте попробуем вкачнуть. У меня есть какие-то очки, да, 50 тысяч. Ну, и такие жертвы. Смотрите, что с обновлением еще пришло. Теперь можно посмотреть пинг людей. Вот это вот соточка, вот это вот соточка. Ну, выше сотки. Ну, в принципе, нормально. А мой пинг не показывается. А им, наверное, мой пинг показывается. Хрен знает. Я еще до конца не разобрался, потому что, когда мы играем, например, за выживших, мы возле чата видим такую же полосочку, и непонятно, чей это пинг, твой или маньяка. Потому что, когда мы проверяли, у всех был разный пинг. Значит, как бы ты смотришь свой. А всем бы хотелось увидеть, какой пинг у маньяка. Я готов, а они, сучки, не готовы. Давайте! И вот он. Блять, и мне сразу вот эта вот карта, вы прикалываетесь. Я новичок в этой... Ого, прикольная бензопила торчит. Но, давайте... Не, подождите, не будем палиться, я не буду использовать бензопилу. Так, это удар. Накаплим. Он не такой же длинный, как у Хиллбилли, наверное, будет. Да. Коротенький. Так, давайте кого-нибудь найдем и проверим нашу бензопилу. Где вы, где вы, где вы, барон, привет. Где вы, где вы, где вы, где вы? А ну, ниги, вылазьте. Не, здесь их нет. Вот не знаю. О! Ой, блядь! Хватит махать! А я еще бить могу. А я быстро выхожу это стана. Это прикольно. Ням-ням-ням-ням. Где ты, стой. Обманочка. Сюрприз! Ням! Пока что мне этот пиздюк нравится. Но против него играть это, конечно, жутко. Жутко-жутко. Видите, как он? Да хватит махать!
Но победить тоже не мешает. Не сопротивляться. Давай. Будешь моим вяленым мясом. А где подвал? Скажите, где у меня подвал? Детишки. А вот он. Ну я не знаю, получится мне или не получится. Но я хотеть. Я хотеть! Вот он. Вернись! Прощать не буду. Только пару маленьких пиздюлинок. Обманочку сейчас сделаем. Она сейчас выйдет на меня. Смотрите. Вангую. Сегодня я тебе вангую. Нет, не вышло? Сучка. Ну, я ее нашел. Где ты стонешь? Привет. Ты думал, я тебя не найду? На этой карте для вас есть один минус. Здесь очень хорошо видно следы крови. Пиздык! Так можно толпу вообще повесить. Ай, главное не врезаться еще. При такой, вот как сейчас. Смотри, что делает. Бля! Да выебывался. Да хоть бы хоть! Наверх полез. Так, мне это не нравится. Ладно. О! За трусишки! Трусишку! Вот что вы задумали. Но мне придется здесь патрулировать. Выходы они все равно не пойдут. Да ладно, можно их всех отпустить. Они хорошо сражались! Я передумал! Какая она наглая. Ливеры. Прости, чувак. Покатаемся? Нет, то, чтобы было как в фильме, он должен над головой это делать. Не так со стороны выглядит. Ну, блин. Клёвый маньяк, но... Как вы понимаете, смотрите. Когда он запускает свою бензопилу, единственный способ это как-то за угол быстренько забежать, чтобы он врезался. Что репорт? Какой репорт? Угу. Нупс. А, ну они, да. Они кинули их, получается. Да, вот мне. Не знаю, давайте, наверное, вторую каточку еще попробуем. Может, эти просто были изишные из-за того, что левелы. Видите, какие. Но, в общем, ребят, вторую катку я не запускаю. И на этом будет видео заканчиваться. Вторую катку не запускаю, потому что, ну, блин, я уже 10 минут сижу и ничего не находит. Не хочется сейчас сидеть. Я пока ждал, уже интерес подостыл. Ну, в общем, маньяк клевый. Может, для кого-то покажется имбовый, но я так не считаю. Здесь можно спокойно против него противодействовать, как я говорю. Если, например, вы бежите, старайтесь так, чтобы была рядом палетка или какой-нибудь угол, резкие повороты. Вот так вот. Спокойно можно от него ворачиваться. Да и вы сами видели на видео. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте комментарии. Обязательно лайки по-любому. В общем, всем добра и пока. Увидимся в следующих играх, сериях, ДБД и так далее. Покеда. Leatherface kills because he's scared. Scared that his family will be displeased with him. Scared that their shared desire to eat human flesh will be discovered. Leatherface is available now.